Здравствуйте! И с новым Мстиславль Рыцарский фест! Поехали! Здравствуйте! Меня зовут Ирина. С удовольствием буду рада вас видеть на экскурсии по нашему древнему городу, где мы с вами увидим все самое красивое и интересное. Стоимость экскурсии на группу, на целую группу до 25 человек всего 10 рублей 47 копеек. Рады будем вас видеть в наших сетях, в группе ВКонтакте и Инстаграме. Нет, ты стой там, а просто глазом. Сколько стоит? Каждая калибка 2 рубля. 2 рубля? 2 рубля. Так что обращайтесь. Вот это купчиха. Куда обратиться? В Андрановскую среднюю школу. То есть неважно даже когда? В любое время. У нас все прямо растет. Это, и зреет. Не скучайте. А вы чего на то не играете? Нет напарника. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Меня Тамара. Мы представляем Подсолтовскую школу и нашу продукцию. Мед, которую пчелки собрали в зеленой, в чистой зоне. У нас можно приобрести мед в разной упаковке и разные виды меда. Есть весенний, цветочный, липовый мед. Мы вас ждем. Как добраться к нам? Очень просто. Агрогородок Подсолтово. Подсолтовская средняя школа. Каждый житель вам подскажет дорогу, когда вы доедете до агрогородка Подсолтово. Ждем вас. Я вот так, да, попробуйте, как раньше писали. Мама, привет, я в Ютубе, да? Да. Все. Ну, это диплом бакалавра, можно сказать, да? То, что я красавчик. И вот тут можно проходить разные квесты. Школа средневековая называется. Вот, тут есть 6 предметов, и на каждый надо получить оценку. Но у меня зачеты, потому что я не особо умный. Все, всем спасибо. А за цветули угадали? Итак, внимание, уважаемые дорогие гости, жители нашего Мстиславля и наши мстиславчане,
Мы вас всех приглашаем на средневековые забавы, на рыцарский квест, где вы окунетесь в мир, мир средневековых игр, игрищ, забав. А в финале мы с вами будем разыскивать клад. Всех-всех-всех желающих приглашаем на наш квест. Ну, вы проходите там, где они играют с ним. Так, заканчивай. Посмотрите, выбирайте, от чего хотите. Вы посмотрите. Вы сами готовите? Конечно. Вы ведьма? Натянул, обязательно. Или нет? Почти. Это, я шучу. Почти. Там написано почти. «Царство ее ведьмы». Ее сестра. Там написано «Царство ведьмы». Вон там вообще у нас... А мы ее сестры. Молодец. Ну-ка, мальчик, скажи, что «Б». «Б». Так. Вы куда пошли? «Бар». Здесь папа отгадал. Дальше. Позавчера соль. Соль. Ну, что там нащупали? Шишки. Ну. Давай, Дим, помогай. Я не умею. Не в этом, ты заплетаешь. А потом вы. А давайте вы становитесь на пару. Искусство верховой езды. Архитектор. Художник. Человек с большой буквы. Давайте еще раз громкими аплодисментами поприветствуем клуб «Золотая шкура» и руководителя Павла Заславского, а также наступные нашего клуба будут у 15.00 и 19.00. Приходите, будет тиковее и совсем поищем. Доспехи, которые он, ну, а он тыквично делал. Нет. Это то, что мы сейчас бегаем, да? Ну, это вообще детский лепет. 42 только нагрудник. Да, не знаю, они... Да. Вытянули нормально. Можно с вами сфотографировать? Можно. 12-й. Это он, сумасшедший, блин. Это шикарно, это точно будто вы сегодня вот так вот. Ну да. Все как обычно, все в ажуре. Готовим драники, блины с домашней кровяной колбаской. Уха у нас уже все готово. Вот. Пылу жару. Можно пробовать. Так что все нормально, погода. Привет. Привет Кричеву из Мстиславля. Я надеюсь, что вы представляете. Было бы тоже прикольно. Вон на углу стоят ребят. Все, Влад, ты будешь каких новостей? Не обязательно. Вы не знаете, где? Нет, не знаю, как пройти в библиотеку. Мы не знаем. Вот, давайте я сейчас. Привет, Сан. Слышим только цензурированные песни. Но первую пару нашей команды, это команда Шерри и Горцуки. За аресталищем остается. Господин маршал, обращаю внимание. Я на землю. И выходим за награждение. Ну что, продолжаем. Ностальгируем. И со своими оппонентами мы останавливаем бой и считаем количество оставшихся. Левую руку от меня. Они просто меняют название, часто запутывают друг друга. Андрей, да, отлично. Итак, ручка Димона под ногой. Второй раунд, бойцы готовы. Садятся на землю, дабы не перекрывать обзор. Просто подальше. Только выход того раунда. А смена оружия допускается, да? Естественно. Ну, вы не забывайте, что у нас есть еще тайминг, так что отдыхи не должны... Оптимальное количество времени. Но ребята молодые. Прям нашли скоро. Кто они уже загорают в раздеть? Потому что это очень тяжело физически сражаться. Мало того, что... Это, конечно, самый хмельный кабан из всех кабанов, которые в этой команде. Это дед. Его нельзя обижать. Это оглушающий эффект.
Итак. Итак. Нет, так это будет блюз. Я буду там. Я буду там сидеть и рассказывать, что засветилось. Итак, в этом бою. Со счетом 1-0 победу. Пальцы у него заблудились, да? Ну давай, находи. Все, попал. Ну ты удержишь. Во! Жи, вот тебе, смотри, клевец такой. Жи. Крепко держи. Я держу. Держу твою руку, держу. Стас! Нельзя, сундук сломаешь? Ну, блядь. Не будешь трогать? А ты медовухи выпьешь? Я за рулем. Ты когда же там слабо в голову? Я вода. Вон чайничка пьет. Бой! Реально хотел сесть, но времени, конечно, ни на что не имею. Против серых волчков. Точнее. И вот у нас третья пара противников сошлась. Так, у нас все, минус пара. Хуже, чем сейчас. Это же старая добрая. Ваша здоровье. Ленин и Кишник, чайник. Кто вы выглядите? Какую я капку пью? Я говорю, дрянь. Ну, продолжайте танцевать. Ага. К ней подходите, показывайте. Вот вы сейчас фотографируете? Короче, давай я продумаю. На ту точку, да, на определенную точку. Вы должны сфотографироваться на фоне того, на что вы ответили. Будем надеяться. Это не важно. Мы каждый год на протяжении 10 лет привозим сюда туристические группы, поэтому прекрасный культурный праздник, который любят смоляне. Любаша, куда вы утекаете? Такие люди, ну, люди из охраны. Я не узнала, что сразу его, я его узнал. Надо сфотографировать. Ой, простите. Фест крутой, но я бы хотела покататься на молотке, но мне еще нет такого возраста. Я еще... Все прекрасно, очень все нравится. Подписывайтесь на мой ТикТок!
А как он называется? Ах, Мейбл. У меня столько много. Мейбл. Лайков. Было на фесте супер